Нет, этого недостаточно. Что ты будешь носить после школы? Давай, не стесняйся. Посмотри, что тебе нравится. Давай. Извините. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуй. Поможете ей что-нибудь выбрать? Конечно, давай посмотрим. Джамаль? А? Я кое-что спрошу у тебя. Скажи, а ты чьи деньги тратишь? Интересно. А в чем дело, Ур? Что? Да просто, я просто спрашиваю, чьими ты деньгами так щедро хвалишься? Я не хвалюсь, я просто помогаю племяннице. Твоей племяннице? Да, племяннице. Джамаль, иди сюда! Хорошо. Поговорим об этом потом, Ур. Меня племяшка зовет. Ну, как тебе? Ого, вот это да! А это? Это тоже хорошо, и это просто отлично. Да? А ты что думаешь, Ур? Это отлично, дорогая. Это тебе очень идет. А это? Это тоже отлично, да. Давай примерим, если хочешь. Хорошо. Так, где мы там остановились? А, вспомнил. Ты говорил мне, откуда у тебя такие деньги. Почему тебя это так интересует? Давай объясню, дорогой брат. Ты знаешь, что тратишь очень много денег. Если владелец денег объявится через пару дней и спросит о деньгах, и у нас будут проблемы, ты же помнишь, у нас своя жизнь и ребенок. Хорошо, хорошо, я понял. Не волнуйся, ничего такого не случится. Один из моих друзей помогает мне. Один друг? Да. А кто этот друг? Понимаешь, это давний друг из тюрьмы. Хорошо, но как его имя? Это Ариф. Ариф из тюрьмы. Знаешь, кто это? Ариф. Да. И почему Ариф тебе помогает? Да тебе это не дает покоя. Давай, расслабься, давай, ну уже. Джамаль! Да, дорогая? Ого, вот это да! А как тебе? А тебе как, Ур? Отлично. Отлично, выглядишь просто восхитительно. Вот, смотри, какое. Вот и отлично. Выходи, дорогая. Давай. Джамаль! А? Ранец, который ты мне купил, очень красивый. Спасибо тебе. Не за что. Давай, учись хорошо. Джандан! Милая. Как дела, Джандан? Все хорошо. Джандан, почему ты утром ушла и не разбудила меня? У меня было много работы, поэтому я ушла рано. Смотри, еда для везунчика. Спасибо большое, пойдем покормим. Нет, Ойкю, я не смогу. Почему? Можно мы поговорим наедине? Хорошо, дорогая, мы будем внутри. Что-то случилось, Джандан? Нет-нет, дорогая, не волнуйся. Дорогая, я какое-то время поживу в другом месте. Почему? Так будет лучше. К тому же я не буду мешать Уру. А почему ты будешь мешать? И дом достаточно большой. Останься, пожалуйста. Так нужно. Но, Джандан... Нет, не расстраивайся. А то я тоже расстроюсь, не надо. Это ненадолго. И я буду к тебе приезжать. Я же остановлюсь совсем недалеко. Будешь каждый день тут? Буду. Ну и ты можешь приезжать ко мне в клинику, хорошо? Хорошо. Отлично. И, кстати, корми везунчика вот этой едой, только понемногу. И не забывай менять воду. Хорошо. Хорошо, до встречи. Приеду. Иди, закрой дверь, а то везунчик убежит.
Ты погляди на это. Джамаль, если у тебя дела, ты можешь идти? Нет, нет у меня дел. Смотри, Айкю, смотри. Джамаль, смешно. Айкю, ты не хочешь есть? Может, я закажу пиццу? Хорошо. Хорошо. А, это должно быть папа. Папа пришел. Давай. Опа. А, что тут делает моя любимая дочь? У меня все хорошо. Можно я тебе покажу, что мы купили? Хорошо, хорошо. Не спеши. Не беги, внимательнее. Что делаете, парни? Привет, привет, Демир. Привет. Ну-ка, дай посмотреть. По очереди покажешь? Да. Смотри. Вот это да, как красиво. Айкю, ты сказала спасибо? Сказала. Демир, не надо, не за что. Пап, смотри, новая куртка. Отлично. А это моя новая школьная форма. О, носи с удовольствием, хорошо? Папа, а? Сегодня приходила Джандан. Джандан? Зачем? Она сказала, что поживет какое-то время в другом месте. А где она поживет? Демир, ясно, что ей было здесь некомфортно. Я думаю, что она вернется через пару дней. Я понял. Вот, отнеси это. Спасибо тебе, Джамаль. Давай поговорим, если ты заказал. Да, да, я заказал онлайн. Давай поговорим. Нет, только без IQ. А? Втроем. Дорогая, мы пойдем поговорим, но я оставлю дверь открытой. Посмотри телевизор, хорошо? Хорошо. Счастливчик, смотри, смешно, правда же? Хорошо, давай, собирайся, пора. Ладно. Севги, я прошу прощения, я звонил, но ты не ответила, поэтому я поднялся. И не отвечу, больше никогда не звони мне. Успокойся, пожалуйста, ладно, не кричи, капитан Хусейн, наверное, дома услышит. Нет его, не волнуйся. Почему ты его боишься? Между нами нет ничего, чтобы его беспокоило, ты же знаешь. Я готова. Спасибо вам за все. Пожалуйста, сладкая моя. До свидания. Пойдем, малыш, уже поздно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дядя Ур! Что? Вы с Севги что, поссорились? Нет, малыш, с чего ты это взяла? Я вас слышала. Она очень сердилась. Я раньше не видела ее такой сердитой. Правда? Да нет, ничего серьезного. То есть, есть кое-что, но это пройдет. Дядя Ур! А? Севги расстроилась, потому что ты что-то сделал? Нет, Айкю, я ничего не сделал. Поэтому она и расстроилась. Тогда это временно. Что? Вы помиритесь, говорю. Со временем Севги забудет, за что сердилась. Правда? Ты так думаешь? Конечно. К тому же ты ее очень любишь. Поэтому придумаешь, как загладить свою вину. Я придумаю? Ну да. Надо же. Знаешь что, малыш, только ты меня понимаешь, больше никто. Честное слово, только ты. Ты моя дорогая. Наконец-то, братишка. Сегодня вечером я вздохну с облегчением. Мы оба вздохнем, этот мерзавец получит по заслугам. Папа, кто получит по заслугам? Дочка проснулась, моя дочка проснулась. С добрым утром! Признавайтесь, о чем вы говорили? Да ни о чем. Я твоего папу спросил, как приготовить яйца для твоей принцессы. А он говорит, очень сложно приготовить так, чтобы ей угодить. Да? Да. Угу. Дядя Ур. Забудь об этом, скажи мне, что приготовить из яиц.
тканью? С жидким желтком. С жидким. Сейчас будет сделано. Папа, все нормально? Да, дочка. А что? Ничего, просто. А у тебя? Ты выспалась? Угу. Я привыкла к бабушкиной кровати. Больше не жестко. Хорошо, я рад. Что будешь делать? Папа сегодня пойдет на работу. Можно и мне с тобой? А школа? Папочка, вообще-то сегодня суббота. А, точно, совсем забыл. Тебе там будет скучно, дочка? Мне нравится в кафе. Скучать не буду. Ну, тогда поехали. Братишка, я сбегаю на рынок быстренько. У нас яйца закончились. Нет, не надо. Айкью пойдет со мной в кафе. И мы там позавтракаем, как папа с дочкой. Давай, собирайся, беги. Мне тоже нужно собраться. Будем на связи, ладно? Ладно, значит, мне завтракать одному? Заходи, милая. Всем привет. О, лучший работник года пожаловал. Здравствуй, Айкью. Здравствуйте. Здравствуй, Демир. Здравствуйте, начальник. Как я рад, что ты пришла. Ты мне очень нужна. Я как раз сижу, мучаюсь с расчетами и думаю, вот бы ты пришла и помогла мне. Правда так думали? Конечно, правда. Столько чеков накопилось. Ты ведь мне поможешь с ними? Помогу. Конечно, поможет. Будь хорошей девочкой и помоги начальнику. Хорошо, папочка. Ну, беги. Пойдем со мной. Садись вот здесь. Давай. Сюда. Простите. А. Слушаю. Нам два гамбургера и одну порцию картошки фри. Одна картошка. Что будете пить? Айран, пожалуйста. Айран. Хорошо. Готово. Спасибо. Простите, можно сейчас вас? Подойду. Папа! Подожди, дочка. Слушаю. Мы закажем салат и блинчики, пожалуйста. Салат, блинчики... А пить что? Ничего, спасибо. Хорошо. Папа! Сейчас принесу. Папа! Что, дочка? Можно я буду помогать тебе? Нет, дочка, нельзя. Ты устанешь. Но, папа, мне тут скучно. Ты ведь помогала начальнику с расчетами. Мы уже закончили. Когда вы успели? Айкью! Куда ты пропала? Ты мне нужна! Видишь, не закончили. Ну, папа. Дочка, не капризничай, меня ждут клиенты. Ладно. Тогда после работы пойдем в парк? Айкью, сегодня не получится пойти в парк. У нас с Джамалем есть важное дело. Ладно, папочка, давай сходим в другой день. Обещаю тебе, что мы все наверстаем. Поцелуй папочку. Айкью, ну где ты? Иди, давай, помоги. Беги, беги, беги. Давай, давай. Спасибо. Можно вас? Слушаю. Говори, Салих. Перевозить будут сегодня. Ты хотел знать. Как я и думал. Спасибо, что сообщил. Я это ценю. Примите посуду. Начальник, можно я отвечу на звонок? Иди. Спасибо. Да, Джамаль. Ахмед попался на крючок. Отлично. Я еще покручусь здесь. Не хочу надеяться на авось. Встретимся вечером. Ладно, ладно, до связи. Демир, найди, с кем оставить IQ. Не волнуйся, до встречи. Ну, держись, господин Ахмед. Ладно. Куда вы уезжаете так поздно? Ты что, меня допрашиваешь? Что я делаю? Допрашиваешь, то есть задаешь слишком много всяких вопросов.
Угу. А что делать? Я задаю вопросы, потому что хочу знать. Но вы все равно на них не отвечаете. Вот это да. Ты слышал, какие претензии? Папа? Хм. Ты же от меня ничего не скрываешь? У нас нет проблем? У нас нет проблем. Наоборот, скоро все будет хорошо. Поцелуй. А, Севги пришла. Открывай. Оп. Ну все. Здравствуй, Джандан. Джандан пришла? Севги тоже? Джандан, я так по тебе соскучилась. Хорошо, что пришла. Да, ты рада мне? Милая. Ага. Джандан, добро пожаловать. Спасибо. Вы пригласили Севги, но я решила прийти с ней. Правильно. Заходите. Давайте. Проходите тогда. Давай я помогу. Не нужно. Угу. Алло, Джамаль. Хорошо, мы выезжаем. Едем. Ур, а? Нам пора. Так. Держи. Пока, дядя Ур. Иди пока, сюда, малышка. Будь умницей. Пока, папочка. Пока-пока. Чем мы займемся? Я думаю, что мы... устроим девичник. Ладно, супер, мы тоже так подумали, так ведь? Точно, точно. Может, посмотрим красивый фильм? Давайте. И наедимся попкорна. Ой, супер. О, а чего же мы ждем? Ой-ой. Попкорн закончился. Принести тебе еще? Давай. Ладно, тогда давайте поставим фильм на паузу. Я принесу попкорн. А, иди сюда, везунчик. Ты что там делаешь? Нравится фильм? По-моему, интересно, и хочется узнать, чем закончится. Да, мне тоже хочется. Что это ты делаешь? А твой папа вернулся, что ли? Еще очень рано. Я открою. Звонок от Ура. Везунчик, подожди здесь. Папа? Здравствуйте. Немедленно откройте! Откройте нам, говорю, живо! Объясните, что вам нужно! Откройте дверь! Слышите? Вообще ничего не видно. Джандан. Джандан, кто это? Что это за люди? Я не знаю, Севги, я не знаю. Почему нас заперли здесь? Почему похитили? Что им от нас нужно? Ох. Успокойся. Не паникуй, ладно? Не нервничай, хорошо? Так. Мне плохо. Мне нечем дышать. Мне плохо, Джандан. Воздуха. Тише, не хватает. Тише. Пожалуйста, не бойся, не надо бояться, Севги. Я не понимаю, что происходит. А вдруг за нами никто не придет? А вдруг нас убьют? Все хорошо. Постарайся успокоиться и сделай глубокий вдох. Севги, не переживай. Ура, мой папочка, наверняка начали нас искать. Я тоже так думаю. Они должны были приехать к нам, а нас дома нет. Да, и Джамаль вместе с ними. Джамаль с папой наверняка давно нас ищут. Они и твоему отцу сообщили. Он тебя ищет. За нами придут. Конечно, мы выберемся отсюда. Только делай глубокие вдохи и выдохи, чтобы успокоиться. Мы рядом. Ты только дыши. Все будет хорошо, только успокойся, ладно? Все хорошо. Постарайся ни о чем не думать.
Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.